Всем привет, с вами Прия. Сегодня, получая 37-е знание, во вторник, 23 мая, я надеялся на то, что все это дело еще будет очень-очень долго идти, и 50-е знание будет вообще еще не скоро, там ближе, по-моему, к августу. А оказывается, есть одна интересная новость, которая отменяет этот факт. Итак, относительно недавно Blizzard сообщили о том, что максимальное знание теперь будет 40-е. То есть вот в текущий момент у нас 37-е, еще получается 3 заказа, то есть это там, ну, примерно к числу 10 июня, 9. Я не хочу точно сидеть сейчас высчитывать, но примерно как-то так. То есть в начале июня у людей, которые играют с самого начала 7.2, уже будет максимальное знание на текущий момент. Это 40-е. С чем осуществлен такой выбор? Как объясняют сами Blizzard, что мы хотим сделать так, чтобы люди не думали о том, что они получат максимальное знание, имеется в виду 50-е, и уже только при нем начнут раскачивать свои артефакты. Они хотят сделать так, чтобы мы уже начинали их раскачивать, и раскачивали их весьма неплохо путем фарма Мифик Плюс, отражения нападений и выполнения локальных заданий. Также было некоторое слово про альтернативных наших персонажей, то, что они тоже должны получить Concordance. Очень сложное слово на самом деле, но речь идет про 52-й уровень артефакта. Согласованность армии погибели легиона. Будем называть ее все-таки по-русски, а то слово действительно сложное. Итак, суть-то вся в том, что мы получим 40-е знание, и на этом развитие нашего артефакта будет остановлено. Забудьте про 41-е и выше знания. Вспомните ту таблицу, которая была мною еще давненько-давненько проанализирована. Да, конечно, можно на нее ориентироваться, но все, что выше 40-го знания, можно смело закрыть на это глаза, скажем так. Не сказать, что этот факт меня радует, но и не сказать, что он огорчает. Все-таки действительно игроки многие задумываются об этом и уже начнут фармить артефакты, это вполне неплохо, и начнут фармить силу артефакта и развивать его к гробнице Саргераса, которая скорее всего будет как раз таки после получения 40-го знания. Ну, по моим таким подсчетам, по моим выводам, гробница Саргераса откроется где-то в середине-конце июня, да и об этом уже было сказано очень много раз на самом деле, да и можно проанализировать такое достижение, как проникновение в гробницу. В общем, как-то так все это дело обстоит. Хочу услышать ваши мысли на самом деле по поводу этого. Рады вы этому? Опечалены ли вы этому? Какие мысли вообще о дальнейшем в Легионе? И чем вы сейчас будете заниматься, скажем так, после такой весьма интересной новости? И как вы вообще на нее отреагировали? Всех вам благ, счастья, здоровья. Получайте 40-е знание. И фармите артефакт. Всех вам благ, побольше силы артефакта, легендарок, ну и эпиков, конечно, самых лучших. Счастья, здоровья. До скорого!